Всем привет! Сейчас специально для канала Банковский я расскажу вам, что делать, если приставы сняли деньги с карты Сбербанка. Сейчас участились случаи, когда с карты Сбербанка происходит списание. Списание может происходить по разным причинам. Это, например, оплата за штраф ГИБДД, за неуплату по алиментам, оплата за коммунальные платежи, различные задолженности по кредитам и многое-многое другое. Но иногда бывают такие случаи, когда пришел СМС от Сбербанка, и вы не понимаете, за что вообще у вас произошло списание. В этом случае вам нужно идти в отделение Сбербанка, естественно, с паспортом, и написать заявление о том, что вам нужна расширенная выписка со счета, и там как раз таки в этой выписке будет указан номер исполнительного листа, и по этому листу как раз таки можно будет и определить, что это за дело, и территориально узнать, где находятся эти судебные приставы, и как раз таки у них и можно узнать вообще, по какой причине и произошло списание. Но бывают опять же такие случаи, например, произошло списание за штраф ГИБДД, но вы уверены, вы знаете, что вы этот штраф оплачивали. В этом случае вы можете вернуть деньги, но вы должны помнить, что вернуть деньги вы можете только в 10-дневный срок обязательно. Вот когда произошло списание, должно произойти не более 10 дней, когда вы обратитесь с жалобой, что средства списали неправильно и незаконно. Если вы не уложитесь, то, к сожалению, средства вернуть вам не удастся. Так вот, чтобы вернули вам средства, то нужно обязательно иметь при себе паспорт, далее эту квитанцию об оплате, неважно чего, это может быть штраф, кредит и так далее. И с этой уже квитанцией, с паспортом идти подавать заявление в ФССП, и вам уже, естественно, вернут эти деньги. Также очень часто бывают, списывают за кредиты, либо которым вы вообще не имеете отношения, либо кредит этот уже давно погашен. Опять-таки, собирайте полный пакет документов, где будут все квитанции об оплате, и можно подать иск в суд, опять же идти в ФССП и писать заявление о том, что средства были списаны незаконно. Но если вы знаете, что у вас был просроченный кредит, просроченные платежи по коммунальным услугам, алименты и так далее, и у вас списали за это деньги, то если все нормально, все законно, в этом случае вы абсолютно ничего сделать не сможете, потому что было это произведено абсолютно законно. А ссылочки на самые лучшие кредитные и дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео было снято специально для канала Банковский. Если оно вам было полезно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!